Развлекательный портал ONRU.RU представляет мультфильм «Чебурашка и Косяк». Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой, Гена говорит: «Чебурашка, милый, ты знаешь, я отмотался весь день, сегодня так жарко, противно. Я пойду в ванную быстренько, вот приму душик, ты здесь посиди пока чуть-чуть, а потом вернемся и с тобой косячок раскурим. Только смотри, падла, не кури только его, потому что я тебя знаю, ты же...» «Нет, Гена, спокойно иди, спокойно в ванну, все нормально». Все, Гена уходит в ванну, Чебурашка нажимает на один канал телевизора, другой, на третий, все, все. Ну, показывает, какой он, ладно, пару раз пыхнул. Гена не заметит, пару раз, и все, скурил, ну, все. «Блядь, зачем я это сделал? Зачем? Гена сейчас придет, сейчас надо набивать, сейчас какой-нибудь Беломорье. Ну, блядь, потом у меня на роже же к зеркалу подходит. Ой, блядь, на роже все написано, пиздец, какой он, все, сейчас догадаюсь». Вдруг голос из ванной: «Чебурашка, принеси мне полотенце». «Блядь, полотенце, блядь!» «Ёп, так, полотенце, значит, полотенце, что нужно сделать? Нужно встать, сейчас пойти в спальню, открыть шкаф, достать полотенце, закрыть шкаф и прийти в ванную. Значит, нужно что-то сказать обязательно, а то он догадается. Так, надо сказать. Геннадий. Блядь, почему Геннадий? Как же Генарек, Генасик, Гена, вот, надо сказать, Гена. Ты меня просил принести полотенце, вот я пошел в спальню. Блядь, долго это, ёпта. Чебурашка, ну где полотенце? Блядь, полотенце! Заходит в спальню. Нахуй я сюда пришел? Полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванну и говорю: «Гена, помнишь, ты просил меня принять...» Блядь, долго он догадается, падла догадается. Надо сказать: «Гена, вот то самое полотенце, которое...» Почему самое? «Гена, когда ты мне сказал принести...» «Гена, вот твое полотенце, вот...» Нет, надо не так сказать, надо еще проще сказать: «Гена, возьми...» Нет, не возьми, надо сказать: «Гена, на...» «Гена, на...» «Гена, на...» «Гена, на...» «Крокодил в ванной!»